Против произвола властей всей деревни и ни одной. Жители 10 поселков под Омском написали больше 100 заявлений на местное руководство. Дело в том, что во многих деревнях до сих пор нет газа. Питьевая вода только в специальных колодцах, еще журавлем, которые не работают зимой, попросту замерзают. При этом за коммунальные услуги жителям все равно приходится платить. Проблемы такие. Дорога. Отсутствие муниципального транспорта, затем один фельдшер на 5 деревень, далее с водой проблемы, было 5 колонок, стала 1 колонка, посрезали колонки и говорят, проводите воду за деньги. Проблемы с инфраструктурой. Жить во многих деревнях просто нереально. Ближайший магазин в райцентре, до которого добираться приходится несколько часов. Ну а дороги так давно не ремонтировали, что если вдруг дождь или снег, деревни оказываются полностью отрезаны. Теперь проверкой по заявлениям большинства жителей будет заниматься прокуратура. У нас автобусы не ходят. Если дождь пошел мелкий, если снег пошел, детей не возят, в школу не возят. Рейсовый автобус вообще не ходит, у нас отменили. Как бы ему надо звонить, звонишь на автовокзал, если больше 5 человек есть, то он приедет. Если больше 5 нету. Приезжаешь туда, если, допустим, рейс у нас в Тишанку не был, если приезжаешь там, допустим, с города и хочешь попасть к себе в деревню, у вас, говорит, сегодня не было оттуда рейса, как хотите, так и добирайтесь.